Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня бокс Фрибонг. Где нам абсолютно без вложений дают зарабатывать криптомонеты. Значит, так вот он выглядит. Опустимся ниже. Здесь последние платежи идут. Одна минута. Тут две, три, ну и так далее. Вывод на AssetPay и на Pair. Ой, на Pair, Cvalet. Так, кликаем регистрация, прописываем юзернейм, email, пароль. Сюда кликаем, разгадываем капчу. Так, а тут капча, значит, смотрите, тут наименьшее количество фигурок. Значит, вот этих 1, 2, 3. Этих 3 штучки. А этих 1-2 кликаем вот на такую вот фигурку. Все, кликаем зарегистрироваться. После чего попадаем в кабинет. На почту мне ничего не пришло. Здесь можно к Telegram присоединиться, что ли. Зарегистрировалась я сегодня несколько там, не знаю, пару часов, может, назад. И насобирала уже минималку. Это наш кабинет. У меня на балансе 1407 лайткоинов. Сатош. Так. Выходит. Заработано. И заработок здесь на экране. Короткие ссылки. Аффервал. Значит, и ПТС. Я же работаю только на экране и на ПТС. На просмотре рекламы. Также здесь вот вверху баланс. Так, ну что, давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, это домашняя страничка. Эту вывод. Здесь такого ничего нет. В настройках кликаем сеттинг. Обязательно прописать нужно здесь Cvalet, если вы хотите выводить, или AssetPay. Вот этот здесь у меня стоял Cvalet. Я его... Ой, Cvalet, блин. Боже мой, язык заплетается. Адрес почты от AssetPay. Я его стерла, как бы удалила, и прописала новый. Нажала Go. Здесь можно выбирать криптомонету, так как после регистрации у вас будет здесь... У меня, это я поставила себе лайткоин, так как я выбрала лайткоин. А выбрать можно любую криптомонетку. Здесь... Так, можно вот Bong, вот эта монетка, Pepe, Litecoin, AssetPay, Tron, AssetPay, Binance, AssetPay, еще вот Shiba. Я выбрала вот Litecoin себе, у меня стоит. Я его выбрала, кликнула сохранить, и у меня отображается Litecoin. Вы же выбираете себе, какую хотите собирать монетку. Далее следующая вкладочка реферал. У нас находится здесь партнерская ссылочка. Так как минималку я набрала себе, я кликаю сразу вывод. И видим. Вот эта бонка, вот она стоит, так как букс называется Фрибонг. И вот эта монетка, она будет стоять по умолчанию. Здесь это на Cvalet идет, значит, Litecoin. Потом что у нас на AssetPay, Binance и Tron. Кликаем вот здесь как бы кружочек, вот он отображается, видим, да? И здесь стоит минималка сразу, минимум вывод, вот он. На, в лайткоинах 1324 сатоши. Минималка не завышена, и она набирается, но очень быстро, так как я тут уже сегодня зарегистрировался, и уже минималку я набила. Так, значит, в тронах минималка вот такая вот на вывод, и в Binance
Ну, естественно, вот в этих циволетах. Как бы. Значит, ну что? Давайте выведем. Я поставила, не забудьте вот сюда кликнуть, так как я в лайткоинах на Faucet Pay. Стоит сразу у меня вот баланс, минималка. Все, опять же таки, вот такая вот капча. И мы выбираем, что мы здесь выбираем. Значит, вот это две. Здесь вот этих тоже две. И вот такая вот картиночка, рисуночек. Что это? Одна. Я кликаю на нее. Все. И кликаю вывод. Сейчас посмотрим. Все впервые делаю. Все хорошо. Видим, да? Как бы вывелись. Окей. Так. И что мне еще интересует? Знаете, что? Угу, комплект. Смотрите, вот опускаюсь ниже. Здесь вот мой логин. Сумма. Комплект. Идем сразу на Faucet Pay. Я перезагружу сразу страничку. Посмотрим. Значит, платит инстантом. Шикарно. Я думала, придется ждать, пока я дальше буду показывать. Сейчас мы посмотрим. Опускаемся ниже. Да. FreeBank. 1418 лайткоин Сатош. 25 апреля. Все замечательно. Так, это я вам показала. Давайте теперь перейдем к заработку. Значит, кран у нас 1 минута дает 90 лайткоин сатошков. Значит, собираем. Здесь не показано, сколько можно собирать, значит, без лимита. Значит, разгадываем капчу опять. Такая вот капча. Мне вот нравится такая. Вот. И антибот. Значит, что у нас? 6-7. Значит, 6-7. И на зеленую вкладочку. И 91 лайткоин Сатоши. Ну, опять вот эта фигня. Она периодически, как бы не часто, но бывает. Она выпадает. Вот. Как-то так. Ну, ничего страшного. Обождем сейчас немножечко. Не знаю уж, как он мне даст зарабатывать, потому как многие боксы мне недоступны. Очень, конечно, очень жаль. Вот, пишут, удалите этот отблок. Ну, хоть ты тресни. У меня его вообще нет на компьютере. И таким вот образом я как бы их и не удаляю, как бы эти боксы, то, что не дают. Ну, просто как бы я в них пока не захожу. Но очень жаль, так они мне вот как бы и добры, а работать не дают. Вот. Меня вот это бесит, проверка. Давай быстрее. Да ё-моё. Что тут проверять, я не знаю. Ну вот, наконец-таки. И вот после нее появляется как бы тоже вот одна 91 сатоша вот этих лайткоинов. Видим, да, зачет. Значит, надо вот эту проверку пройти. Оно не часто, но тем не менее появляется. Да ёлка. Подтверждаем. Вот. Лестница. Да, блин. Все, кликаю. И
она. Баланс как бы, да? Далее. Короткие ссылки я не люблю. ПТС. То есть серфинг сайтов. Значит, 151 лайткоин по 5 секунд как бы. И неплохо. Кликаем. Идет вот такой вот таймер здесь, видим, да? Опять-таки разгадываем вот такую вот нашу капчу. Все легко и просто, без заморочек всяких. Все, вив. Возвращаемся. Кликаем. По 5 секунд, я считаю. Это немного. Было больше, конечно, рекламок. Я немножечко просмотрела. Вот. И опять. Что у нас здесь? Все. Опять. Возвращаемся. Ну, как-то так. Ну и все здесь больше. Афервал, если хотите, тоже можно зарабатывать. Ну, я не буду на афервалах. Мне опять там сколько ни пыталась. Опять отключить этот отблок. Провались он. Что такое? Не знаю. Ну что, домашняя страничка. Вывод я вам показала. Настройки я вам показала, реферальную ссылочку показала. Видим уже 392 лайткоин сатоши. У меня почти как бы и есть, да, минимум. Вот. Здесь сколько всего заработано. И это баланс вывода. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.